в православном клубе «Пилигримия» состоится программа «Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной?». Проект будет проходить в марте 4, 5, 8, 11, 12 марта. Это выходные и праздничные дни. 14.00, 18.00. Подросткам важно помочь разобраться в своих представлениях о роли мужчины и женщины в семье, определиться со своими идеалами мужественности и женственности, соотнести их со своими жизненными ценностями, прочувствовать свое поле ответственности за построение отношений с другими людьми. Вместе мы будем искать ответы на многие мировоззренческие вопросы в Священном Писании, размышлениях, дискуссиях, обсуждениях и своей собственной жизни. –